Лучший ювелирный магазин 2020. С этого года такое звание носит сеть «Русское золото». При поддержке Министерства финансов России в сентябре был проведен общероссийский конкурс, в рамках которого эксперты оценивали буквально каждый параметр сети, от качества проводимых акций до обслуживания клиентов. За 20 лет работы у компании уже накопилось множество наград разного уровня, но это особенное. Какова же была наша радость, когда мы узнали, что мы стали победителями самой главной премии. Это гран-при «Лучший ювелирный магазин 2020». Поясню, почему это особенно важно, потому что самая главная премия дается только той компании, которая прошла экспертную оценку жюри, можно сказать, по системе 360, по всем показателям. Можно сказать, что это такая звезда на аллее славы, и победитель в этой премии, он навсегда входит в историю ювелирного бизнеса как вот лучший. Поделиться частичкой своей победы компания решила вместе со своими покупателями. «Русское золото» объявляет о запуске крупной рекламной кампании «Сложно быть скромным, когда ты лучший». Теперь каждый, кто купит украшения в ювелирной сети, может стать и обладателем нескромного подарка. Мы будем проводить не один розыгрыш, а будет несколько розыгрышей, которые будут проходить каждые 2 недели на протяжении нескольких месяцев. Мы приглашаем всех наших покупателей, наши салоны, разделить с нами вот эту радость победы и стать счастливым обладателем подарков. Ноутбук, смартфон, планшет, ювелирные часы, колье из золота с фианитом, а также золотые подвески с бриллиантами. Эти и другие призы уже ждут своего обладателя. Подробности акции можно узнать в сети магазинов «Русское золото».